Приветствую вас на еврейской земле. Очень рад, гостеприимная земля. Очень много добрых слов было сказано в адрес спортсменов, в адрес организаторов. Для меня, как для спортсмена, это в первую очередь соревнования, так же, как и для вас. Так что, ребята, дети, которые сегодня будут выступать, получайте удовольствие, у вас все получится. Тренер самый лучший! Конечно, это праздник. Праздник для детей, праздник для спортсменов. И я думаю, что соревнования будут идти высокого уровня. Почему? Потому что приехал даже Сергей Кустюгов. Приехали сильнейшие ребята. Так здорово, что из самой жизни. А крыс? Ни слева, ни справа. Громко звучит, правда же? И детей, и взрослых. Есть 5 минут перерыв у нас, нет? Чтобы настроить, я адаптировался под тот уровень.